Всем здорово, с вами Эдвин, и вы на канале Мысли о Геймице. В этом ролике мы поговорим о криптовалюте. Сразу скажу, что я уже закупил криптовалюту и уже начал зарабатывать. Но также создал Discord сервер, который закрытый, и к нему будет доступ только по ссылке, которая будет в описании. Вот. Ну и, естественно, хотел бы рассказать, что в этом Дискорде есть, как сюда попасть, какие разделы и так далее. Так, начнем с чего? Начнем, что Дискорд у меня называется «Инвестиции Эдвин Багдасарян», название Дискорда. Вот. Тут я буду выкладывать свои новости, допустим, что я купил, что я хочу там купить, рассказываю про какую-то, может, монету и так далее. Вот. Потом также в моем Discord будет общий чат, где вы сможете общаться, узнавать о друг друге какую-то информацию, друг другу помогать и так далее. Вот. Также есть, получается, ссылки. Сейчас покажу. Вот тут есть раздел. Тут, естественно, я еще буду добавлять другие, получается, биржи, также ссылки. Еще пока что не доработаны. Вот. Но тут уже есть, получается, Binance. Это основное то, что нам сегодня нужно будет. Вот. Как сюда попасть, я думаю. Вот, да, меня спросят, как сюда попасть. Объясняю. По моей ссылке, которая будет под этим роликом, вы регистрируетесь на сайте Binance, то есть на бирже. Вот. После чего, вот у меня тут в телефоне есть уже зарегистрированный аккаунт, и у вас будет тут ID-номер. Рядом будет кнопочка скопировать, нажимаете, копируете. И скрин пускай сделает. Ну, можете экран. Скрин, можете скопировать. Самое главное, чтобы было видно ID. Потом я тут через Binance проверю, что вы перешли по моей ссылке и готовы. Нет, что сделать? Заскринить и. Ну вот, да, заскринить, либо скопировать и прислать, создам тут раздел, этот, подать заявку. Я тут такой раздел сделал, потом подаете заявку, что все, вот мой ID, я перешел по ссылке. Я открываю вам, получается, доступ ко всем этим разделам. То есть вначале у вас ничего не будет, только подать заявку. Короче, ребята, вам нужно зарегаться. В описании будет ссылка на Binance, биржу, на телефоне или на компьютере, без разницы. Обязательно нужно по Эдвину ссылке перейти, чтобы в его команду попасть. Регистрируйтесь, обязательно запишите все логины и пароли, чтобы потом не потерять. Может быть, сейчас вам будет не совсем интересно, но в дальнейшем заинтересуйтесь, а потом будете искать, какой у вас там пароль, какой логин. Сразу все запишите. Потом, как только зарегаетесь, у вас появится в левом верхнем углу, где я вам показал, ID-номер. Или его переписываете, или скриншот делаете, без разницы. Также ссылка будет в описании на Эдвина Discord. Он закрытый, переходите, там найдете раздел «Подать заявку», и туда нужно как раз закинуть вот этот скрин или прописать ID и сказать, что «Эдвин, хочу в твою группу, я в твоей команде, вот мой ID-номер». Эдвин смотрит здесь ваш ID, потом заходит себе в Binance и у себя в команде, в партнерах, ищет ваш ID. Если он его найдет, и вы действительно зарегистрировались по Эдвина ссылке, то он вас добавляет в этот Discord. Там у него отдельно будут все правильные ссылки на нужные платформы, сайты, биржи, обменники. И в этом всем деле я буду, конечно, Эдвину помогать. Вот. И у меня 10-летний опыт в этом всем. Конечно же, я Эдвина обучаю, и он будет делать уже изначально грамотные вещи, уже правильно закупился, сейчас мы будем тоже еще дополнительно закупать криптовалюту. Поэтому, если попадаете в группу к Эдвину, в принципе, я свои знания ему передаю, и у вас уже будет хороший, правильный, да, старт в этом деле. Эдвин будет в этом развиваться, делиться своим опытом. Ну и все те ребята, которые будут у Эдвина в Дискорде, в группе, естественно, будут закрыты отдельные мероприятия, в которых Эдвин будет проводить какие-то стримы, ну, общение между собой, когда он будет закупать какую-то криптовалюту, что-то продавать, какую-то монету обсуждать. Это на всю жизнь.
Вот эта криптовалютная тема, она будет, это ваше будущее. Вот, может быть, кто-то несерьезно пока к этому относится, но это, ребята, ваше будущее. Сейчас начнете, будете, ну, опередите других людей и сможете заработать. Так что Эдвин сейчас уже в этой теме. Да. Я еще что хотел сказать, то, что здесь у нас есть вот как раз-таки комнаты для собрания. Здесь как раз-таки вы сможете задавать всякие вопросы. Ну, я уже папа говорил, что общение там, что покупать и так далее. Ну, ты сделал несколько разных разделов, да? Я сделал, получается, да, первый раздел, допустим, у тех, у кого хороший этот интернет, то есть, угу, чтобы чистая связь была прям идеальная. Второй это так средний, и третий это такие минималки, у кого не совсем это хороший компьютер. А в чем прикол? А в связи, то есть задержка, частота звука. И что, даже тут такая тема даже есть? Да, тут можно выбирать 64 этот, ну, частота, угу, короче, звука, либо там 94 максимум. Нет, это один и тот же кабинет, только с разными... Нет, это разные кабинеты с разными уровнями этого частоты. Ну, так и надо в каждой группе, чтобы люди, что, они будут перекидываться. Он в 64 будет сидеть, а тот будет в 94, и что? Нет, допустим, я имею в виду, что если все мы, допустим, собираемся, то в обычной комнате стандарт, то есть каждому подходит. Если, допустим, у кого-то я замечаю, что хороший там микрофон и так далее, он хоть захочет со мной поговорить, я его перекидываю просто в 64. А, это для общения, ты, да, говоришь. Ну, это ладно, неважно, это же не кабинеты, ну, это, да, просто чисто система. Вот, я имею в виду, ты на какие разделы разбил? Вот у тебя есть новости, общий чат. Это, да, новости, общий чат, отчеты вступления, кто зашел, там я буду смотреть. Угу. И ссылки. Ну и также добавлю... Ну, основной кабинет, где у тебя будет информация, да? Информация — это вот мой кабинет, о котором только я буду оповещать новости. То есть, угу, от моего лица. Угу. Общий чат, они уже могут друг друга скидывать что-то. Ну, общаться, да, что-то рекомендовать, да. Угу. Вот, а что-то то есть, просто вот тут написано «вступил». Ссылки, здесь будут ссылки на биржи, на обменники, угу, на мои соцсети, вот. И 5 голосовых каналов. То есть я не могу... А вот когда ты захочешь, например, чтобы провести прямой эфир и со всеми поговорить. Я просто собираю их в комнате, допустим, смотря сколько человек будет у меня в Дискорде. Угу. Если у него будет больше 50, нужно будет еще создать. Ну, вот, допустим, 50 человек. Угу. Все заходят. Получается, я делаю стрим, все меня слышат. И через стрим уже смотрят мой экран. Что ты можешь показывать. Да. А чтобы они подключались, участвовали, ты можешь выбирать кого-то для... Чтобы он тоже высказался, может быть, что-то хотел. А, да, я могу, допустим, сделать так, сразу предупреждать, если я говорю, допустим, не знаю, там, Матвей или там Артем, он включает свой микрофон и высказывается. Если он закончил свою эту речь, он выключает микрофон, я что-то говорю, если нужно позвать другого, то другой включает. Ну, чтобы бардака не было, да. Вот так мне, да, допустим, даже на стримах. Проводить какие-то конференции, в которых, например, если какие-то из твоих партнеров, ребята, будут тоже вкладываться и захотят показать, какую они монету купили, почему они купили, например, то показать могут, смотри, свой кошелек. Да, они могут зайти в комнату, вообще без разницы любая. Нет, вот у вас будет конференция, если и он... Если много человек, допустим, комната на 50 человек. Больше нельзя? Можно, там еще нужно будет добавить, допустим, 100 человек – это предел. Угу. Вот, допустим, заходит в комнату. Неважно, в каждой комнате можно показать свой экран. Это, угу, если что. Ну, допустим, вот комната на 50 человек. Заходим. Тут, когда он заходит. Вот. Да ты технически не, мне не, ну, показывает. Вот, и суть раскрыть. Я, да, к тебе, да, к тому, что у тебя сейчас добавится, блин, 10 тысяч человек вот сюда. Например. И ты захочешь провести конференцию. Все эти люди подключатся тебя слушать. Кто-то из них в чате напишет, что Эдвин, ну, предварительно, что я закупил, хотел бы выступить. И ты его включаешь, и он появляется, нет, и все остальные 10 тысяч его слышат, да? Его только слышат, но если он хочет показать, что он уже закупил, вот, экран может показать тебе, и там уже на экране показывают. А ты вот, доступ даешь. Да, что он может, допустим... И все остальные видят. Короче, да. Такая фигня? Да.
Ну, просто так, включи, ты вещаешь, 10 тысяч человек тебя слушают, да, ты что-то показываешь. Да. Там один человек, Матвей, вдруг решил тоже выступить. Он тебе в чате пишет, да. Это не я хочу показать экран. Либо... Подает заявку, ты делаешь окей, открывается, и все 10 тысяч человек его видят. Да. Правильно? А почему там ограничение 50? Если 100 тысяч человек захотят смотреть, что делать? 100 тысяч? Ну, я не знаю, 10 тысяч человек тебе добавится. Ну, предел уже. 100 человек. В Дискорде нету такого? Так, ну, вроде 100 вообще прям предел. Сейчас еще раз посмотрю. Как я помню, это предел. Допустим, так. Так, настройки и... 99. А, вот, можно без ограничений. То есть... Вот, без ограничений. Но это, мне кажется, шум будет, это как... Вообще жесть. Нет, ты выключишь там настройка, чтобы у них микрофоны не были, только ты вещал. Такого нету? Ну, я могу такое сделать, но я не смогу потом включать. То есть, либо чисто выключено, всем. Либо чисто включено. Нет, а единично одному включить или так нету? Это нужно будет попросить, чтобы все выключили. Ну нет, попросить тут не попросишь. Ну, все вот. Включат. Эдвин. Ну, вот, нет, это так не работает. Поэтому я сделал там пределы, чтобы... Угу. Ну, если... тогда предварительно с кем-то проговариваешь, конкретному человеку даешь доступ из всей команды, и он, например, там высказывается. Но это все на будущее, конечно. Но если даже он просто захочет сказать, что вот я в твоей команде, ему проще скрин скинуть, чтобы балаган... Да не в этом дело, он закупил, хочет тоже поделиться, выступить. А, то что вот... Вас 50 человек, и он хочет показать свой экран. Ну, пусть покажет свой экран, я ему, то есть, говорю... Он в общем чате пишет, что я хочу показать. Я говорю, да, можешь показать. Вот смотрим, типа, экран. Угу. Вот, и он рассказывает уже. И он как заявку подает, ее одобряешь, да? А то все начнут щелкать, типа, сейчас все хотят показать, и дурдом начнется. Нет, там могут вообще написать, типа, я хочу показать, я хочу. Угу. Я по очереди говорю, и ты выбираешь. Угу. Да. Ну, в общем, такая вот, ребята, тема. Есть такая вот возможность. Сможете это все дело... в этом участвовать. Я думаю, что это интересно будет. Возможно, кому-то это кажется сначала, ну, криптовалюты, что это такое, все это. Но на этом деньги зарабатывают люди во всем мире, включая нас. И что еще напомню, Discord сервер будет в описании. Ну и также Binance, то есть тоже будет в описании. Так что, ребят, на этом все. Переходим, скидываем заявки свои, я принимаю, и будем вместе уже зарабатывать. Так что всем удачи, всем пока. Всем пока.